Креатив Вайн – ягодные вина номер один в России. Традиции, умноженные на качество и инновационный подход – это философия винодельческой компании Креатив Вайн, представляющей Весьегонский винзавод. Завод основан в далеком 1914 году. В 2006 на нем была проведена полномасштабная реконструкция, которая позволила Весьегонскому винзаводу стать одним из самых современных производителей ягодных вин в России. Отличительное преимущество Креатив Вайн – наличие собственных ягодных плантаций общей площадью 500 гектар, на которых выращиваются клюква и голубика. Визитной карточкой завода исторически являются клюквенные вина. Ежегодно завод перерабатывает около 300 тонн клюквы. При производстве вин используются только самые свежие ягоды. Для изготовления вина на основе свежевыжатого клюквенного сока заранее отобранная клюква тщательно моется и перерабатывается на современной дробильной установке производства немецкой фирмы «Кайзел». После завершения процесса купажирования свежевыжатый сок сбраживается в современных емкостях из нержавеющей стали. Несколько лет назад на заводе были установлены новейшие линии розлива, которые позволяют производить до 600 тысяч бутылок в месяц. Специалисты компании заботятся о том, чтобы потребитель получил вино самого высокого качества. Поэтому вся продукция проходит через многоступенчатую систему контроля на каждом этапе производства. Для этого Весьегонский винзавод внедрил систему менеджмента безопасности пищевых продуктов и получил сертификаты о соответствии требованиям международного стандарта FSSC 22000. Данная сертификация признана во всем мире. Проведенная независимая проверка показала, что система менеджмента безопасности на Весьегонском винзаводе полностью соответствует мировым стандартам по условию труда, хранению сырья и готовой продукции, качеству производственных помещений и процессу документооборота. Весьегонский винзавод – одно из немногих предприятий отрасли, прошедшее сертификацию FSSC 22000. Со склада вина под маркой Creative Wine отправляются во все уголки России. Продукция компании представлена в большинстве федеральных и региональных торговых сетей. Цель компании – стать лучшим производителем ягодных вин в России. За последнее время продукция Весьегонского винзавода многократно занимала призовые места на различных профессиональных конкурсах и дегустациях. Например, популярное ягодное вино «Гудбери» было признано ягодным вином номер один в России. На Весьегонском винзаводе регулярно проводятся экскурсии для туристов. Гордость завода – изысканно оформленный дегустационный зал, где под руководством опытных энологов можно насладиться ярким вкусом весьегонских вин, созданных местными мастерами-виноделами. В фирменном магазине можно приобрести разнообразную продукцию винзавода, а также купить памятные сувениры с символикой города. Дизайн магазина отражает современное видение бизнеса и философию Креатив Вайн. Собственные ягодные плантации, уникальная рецептура вин из свежевыжатого сока, современное производство и творческий подход к процессу виноделия определили культуру компании Креатив Вайн и Весьегонского винзавода. Креатив Вайн. Ягодные вина номер один